открыл конференцию секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Валерий Венцель. Он вручил партийные билеты 5 новым членам. Из 84 делегатов на конференцию прибыло 55. Такое количество прибывших, согласно уставу партии, можно считать кворумом. На конференции были заслушаны отчеты о проведенной работе за период с 2012 по 2016 годы. За эти 4 года прошли выборы президента Российской Федерации, губернатора Московской области, главы Ленинского района, депутатов областной и Государственной думы. И сейчас, как отметил Олег Хромов, идет положительная тенденция по увеличению количества голосов в пользу правящей партии. Мы с вами провели самую масштабную за последние годы избирательную кампанию, которая закончилась победой партии на уровне Российской Федерации, Московской области. Не побоюсь этого слова, мы получили и большинство в местном совете. То есть получили свой заветный 13-й мандат. КПРФ его потеряла, Единая Россия этот мандат приобрела. Валерий Венцель подробно рассказал о проделанной работе за истекший период времени. 21 партийный проект реализуется на территории Ленинского района, в том числе школьный двор и детские сады детям. Большую социальную работу ведет местное отделение партии. Ленинское отделение оказывает поддержку многодетным и малообеспеченным семьям нашего района. За счет этого при содействии Московской дирекции страховой компании «Сагазмет» 8 малообеспеченным семьям Ленинского района вручили компьютерную технику, 2 компьютера были переданы в Центр социального обслуживания населения «Вера». Ежегодно в течение отчетного периода благотворительная помощь оказывается многодетным семьям Ленинского района, Видновскому дому ребенка, детскому соматическому отделению клинической больницы Ленинского района, библиотеке и многим другим организациям. В своей речи Валерий Венцель обозначил присутствующим планы на ближайшие годы, где основной задачей сейчас является подготовка к выборам президента Российской Федерации в 2018 году, а также выполнение планов партии и партийных проектов. Далее для всех собравшихся предстояла выборная процедура. В этот раз голосовали по 3 пунктам – избрание секретаря местного отделения партии, политсовета и контрольной комиссии. Выборы проходили в закрытом формате, и после подсчета голосов секретарем местного отделения партии «Единая Россия» был выбран Валерий Венцель. По результатам конференции единогласным решением было признать работу местного отделения партии удовлетворительной. Екатерина Чернышева, Владимир Бежонов, «Видное ТВ».